Предновогодний сюрприз для ивановских полицейских. 29 декабря руководству региона и местным сотрудникам правоохранительных органов представили нового начальника МВД России по Ивановской области. На этом посту он заменит Александра Никитина, в отношении которого сейчас ведется следствие. Указом президента Российской Федерации номер 787 об освобождении от должности и назначении на должность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Лузин Андрей Викторович назначен начальником управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области. Одновременно освобожден от занимаемой должности начальника управления МВД России по Чукотке. Прошу любить и жаловать. Андрею Лузину 52 года, 30 из них он работает в правоохранительных органах. Начинал в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края с должности милиционера мотовзвода. Перед назначением на пост руководителя управления внутренних дел по Ивановской области занимал аналогичный пост в Чукотском автономном округе. Коллегами характеризуется как надежный и ответственный руководитель. В первостепенных планах нового начальника освоиться и наладить контакт со всеми профильными ведомствами. Надеюсь на взаимопонимание и на хорошее взаимоотношение с руководителями всех и контрольно-надзорных органов, и силового блока руководителя. Надеюсь, что нормальные партнерские отношения будут являться основой для нашей работы, для нашей совместной службы и деятельности. Для руководителей министерств отраслевых направлений по Ивановской области я тоже выражаю уверенность в том, что мы найдем нормальный партнерский диалог, и наши взаимоотношения будут происходить только на деловой, и я надеюсь, на дружеской и теплой основе. Андрей Лузин поблагодарил ивановских властей за радушный прием и выразил надежду на долгое и плодотворное сотрудничество. Сейчас ивановским правоохранителям как никогда нужен сильный руководитель с северной закалкой. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.